Всем привет! Долгожданная поездка. Замер емкости аккумулятора, насколько хватит. Надеюсь, видно. Яркость уменьшил. 88,1 вольт. 4600 ватт-часов. И будем смотреть статистику за поездки. Сейчас все по нулям. Будем записывать. Приятного просмотра. Таких развлекучений. Вот поправим. Так, куда же ехать? Налево пойдешь, направо пойдешь, прямо поедешь. Давай направо. Проезжать. Мало места, конечно, узко. Сколько я еще раз пробежу? Узко, мало места. Велосипедные следы есть. Да, в принципе, сейчас велосипедисты офигели. Опять же, говорю, на камеру болтать не умею особо. Историю интересно рассказывать.
говорят, каждая ветка ударяет, раззвон стоит. Спасибо. Что-то новое. Да, самокатик. Самокат. Да. Что интереснее, по прямой по горке. Даже не знаю, что интереснее, по прямой по хорошей дороге гнать или с меньшей скоростью, но вот на такой, по таким тропинкам добавляю скорость по песку, ямка. Сейчас по горке получше видно. Камера видит. Вот какая дорожка. Проеду. По грязи проехался. Не люблю, конечно, по лужам гонять.
еще лучше. Досочка какая-то. Вот так вот. Вот проехал. Колеса большие, конечно. На 11-х я помню, здесь катался. Самокат слезал. Через лужу так не хотелось ехать. Аккуратненько, аккуратненько. Больше будет, чем... О, давайте налево. Расход даже побольше, чем на максималке гнать по асфальту накатом. Нажимая газ. Тут на малых скоростях. Ну, хорошо, что колеса тяговые. 13 опять, напомню, обмотка. Видно на камеру, не знаю, видно, не видно, там вдалеке город.
погнали дальше. Я по нагреву ничего не могу сказать. Мотор теплый вообще. Они, можно сказать, не напрягаются вот этим хорошо тяговые. Скоростные бы тут, конечно, грелись уже. Таких нагрузок. Даже не стоит ссылаться. Из минусов, конечно, вот этой тяжелой техники. Предусмотрел ручку на эти случаи. Для разворота практически на месте. Я, конечно, вездеход буду, но такую лужу мотора заливать или деку самоката не готов. Не стоит оно того. Может, яма полметра, блин, после тракторов всяких. Лучше поезд поезжу. Так, куда-то еще надо сломать. Тут тропинка, нет? Новый дорожка здесь. А, где ямка? Ездит, наверное.
нормально. Опа. Вот то, чего и боялся. Пробежался. По такой дорожке. Выскочить легко. Ну вот смотрите, как это называется. Там, наверное, все такое же, да? Блин. Ну смотрите. Земля мокрая сплошная. Я сейчас соскочу, конечно, еще повезло. Просто пробежался, а если в лужу улетишь, весь мокрый будешь потом в таком виде домой ехать. Нафиг надо. Потому что 70 килограмм тут самокат, представьте, застрянет. Повезло вроде. Просто рядом пробежался. Вовремя спрыгнул. Не, нафиг, что-то мне такая дорога не очень нравится. Вон мокрая земля. Пошли, мы все ветки стучали.
водой. Понятно. Разворачиваем. Туда мы поедем, так и сможем. О, пылесос тоже задний вообще. Не, ну в принципе даже до мотора грязь не достала. Я не знаю, видно, не видно. Комаров что-то дофига. Лучше здесь не останавливаться вообще. Сидят. Ну тут дорога аж прям конкретно самокат трясет. Идет 89 вольт, 42 километра, но вы сам видите, какие это километры, как они тяжело даются тут. Не, в принципе, я вообще доволен, потому что у меня был 60 вольтовый тогда фантом Амбарка, как помните. Я сюда как раз в лес поехал, 40 километров покатался, и все, он сдох. Вообще тоже улетит легко. Ой. Не, ну так-то весело здесь, конечно, покататься. Вроде дождей, но вот давно не было. Лучше только смотреть. Деку, наверное, искупал. Болит. Пиздец. Так, осмотр. Какие гоны, ребята, я заехал. Это пипец. А, там тут какая-то пипеца, не какая. Здесь уже моторы мокрые. Ладно, сейчас надо срочно на дорогу убираться, там сушился. Блин, хоть свой маршрут прокладывай. Да? А вот кстати, как раз дорожка какая-то. Я, кажется, немножко... Да, здесь, конечно, дорога не лучше. Вот как вот здесь кататься, ребят? Я застряну нахер здесь, чувствую. А, там машины уже шумят. Ну, что-то дальше я смотрю, еще я бы не сказал, что что-то меняется там. Я к таким купаниям, честно говоря, сегодня вообще был не готов.
вы понимаете. Не, вот посмотрите мне куда. Подножки-то нет. На разведочку. На разведку хочу сейчас дальше пробить. Вроде надежда есть. Как только развернуть-то. Сейчас газ нажму. Сливать явно не планировал. Так, давайте проедем аккуратненько. Ой-ой-ой. Там еще. Наверное, слева надо объехать. Блин, в лужу вообще падать не хочется. Вот казалось бы, финиш близок. Финиш вроде близок. Тут надо не кроссовки дырявые одевать, да, скажем. Ну, блин, что вы видите мои кроссовки? Прямо на камеру севшие. Ну, не знаю, вот видно кроссовки, наверное. Все мокрые. На камеру сейчас может сесть просто, если я вытащу. Она сейчас на проводе стоит. Давай здесь. Выкрутим, покажу. 3% висит. Спор не зарядилась от провода. Ну, потому что запись идет. Короче, не видно нифига. Ладно. Ну, короче, где-то вот посуда искупался. Посуда и не видно. Так, поставим камеру обратно. Я уже тормоза закрепили. Вот. Поездка, конечно, не запомнится. Короче, не на камеру, на фотографии сделаю, вам покажу.
называется, заехал, покатался. Так, ну по заряду 81 вольт. Сейчас надо по ветру покататься, чтобы все просохло по солнышку. Что даже тормоза. Ну, естественно, там все жижей. Так-то эти тормоза есть, конечно. Бездорожье. Вот в каком сейчас состоянии. Вообще весь грязный. Там грязище дофига. Грязь, наверное, была по нижней части рычага. Я думал посмотреть его. Не залил ли воды все-таки. Потому что герметизации у меня особо нет. Но видно, весь в грязи, в брызгах. Разные машинки полностью все залипли в грязи. Вот здесь не знаю, видно, не видно, в каком все состоянии. Там снизу сейчас так пробую показать. Может, видно будет что-нибудь. Все надо отмывать. Ну и деку, как говорил, надо вскрыть, посмотреть. Что весь грязный. К такому я был не готов. В общем, доехал до дома, сами понимаете. Сейчас продолжать эксплуатировать его было не очень хорошо, потому что гидроизоляции я отделки не делал, надо сейчас все это скрывать еще. Ну и по грязи, я думаю, видно там, сколько там всего. Сейчас буду чистить потихоньку, чтобы домой не тащить, это лишнее все. Снимать вообще. О, грязь. Хотя она не просохла, наверное, еще. Сейчас все будет отваливаться потихоньку. Вот так вот. Покатался. Такое не рассчитывал. Еще и кран заляпал. А, всем спасибо. Буду чистить, а, наверное, размачивать все это. Искупался хорошо, конечно. Грязь отваливается. Но было весело. Всем счастливо.